Здравствуйте, дорогие друзья. По вчерашним взрывам в городе Белгород. Трое пострадало. Один человек отказался от госпитализации. Одному жителю поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма с сотрясением мозга. Жизни ничего не угрожает, вся необходимая помощь оказывается. И одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление, и она была госпитализирована. Сейчас находится под наблюдением врачей. Слава Богу, что нет погибших. Вчера вечером было принято решение перестраховаться, и полностью трехподъездный пятиэтажный дом был расселен. Проходила эвакуация под контролем сотрудников МЧС и главы города Валентина Александровича Демидова. Кто-то уехал к своим родственникам. Всем, кому некуда было поехать, поселили в гостинице «Макс». Жилье, питание будет обеспечено. Сейчас самое главное — провести экспертизу строительную, несущую конструкцию этого дома, и подготовить проектно-сметную документацию для того, чтобы начать максимально быстро восстановительную работу. То есть работа, вот эти задачи поставлены, находятся под контролем. По дорожному полотну Губки-Новототина в субботу-воскресенье очень большой объем работы необходимо выполнить по тому, чтобы поврежденное полотно убрать, чтобы было все-таки качественное. Улица покрыта твердым покрытием, и в связи с тем, что большое интенсивное движение в рабочие дни, основная часть должна быть выполнена в субботу-воскресенье. До понедельника полностью работы восстановительные должны быть завершены. Тяжелые испытания они выпали вчера вечером на жителей Белгорода. Ну, все вместе, я думаю, что мы эти испытания обязательно пройдем. Всем доброго дня, здоровья и доброго.